Режим чрезвычайной ситуации в Алатыре, введенный из-за паводка 17 апреля, будет снят на этой неделе. Половодье стало первой темой еженедельного совещания, которое провел сегодня утром глава республики. Вода пошла на убыль. Уже в 8 утра уровень Суры опустился до отметки в 720 сантиметров, что уже на 10 сантиметров ниже критической. Напомню, в зоне подтопления оказались более 220 домов. Сильно пострадала улица Большая Луговая в районе Подгорья. Организовано круглосуточное дежурство Республиканской поисково-спасательной службы, сотрудников межмуниципального отдела МВД и противопожарной службы. Угрозы жизни населения нет. Накануне в Алатыре с рабочим визитом побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. На встречах с жителями он отметил, что ситуация находится под контролем. Тем, кто оказался в зоне подтопления, будет оказана материальная поддержка. Глава администрации города Михаил Марискин пообещал, что уже в ближайшие дни члены специальной комиссии осмотрят все пострадавшие дома для предварительной оценки ущерба. Самое главное, вот, то, что угрозу минимизировали, все живы и здоровы, питание или продукты первой необходимости обеспечивают на лодках, на катерах, тут никаких вопросов нет. Конечно, комиссионно надо будет сейчас обследовать, спад воды он уже пошел, режим чрезвычайной ситуации надо будет, Сергей Владимирович, посмотреть на этой неделе, может, до конца недели подождать, а потом отменить, чтобы лишних людей там не держать, и для того, чтобы подключить их уже по своему функционалу на другие работы.